Всем здравствуйте, мои дорогие зрители. У нас ежедневный расклад карты дня 11 августа. Сегодня у нас вторник. Давайте посмотрим, что приготовил нам этот день. 11 августа. Для зрителей этого видео, как карта дня. Не забывайте ставить лайки или дизлайки, если вам не нравится. Пишите комментарии. Ваши комментарии помогают продвигать мои видео в топ. Сегодня, так, у нас сегодня карта терпения, ожидания, получения чего-то. Ну, кто-то из девочек может узнать сегодня, что вы беременны. Ну и сегодня нужно проявить терпение в чем-то, не пытаться убыстрить, ускорить какую-то ситуацию. Она должна идти сама, да, развиваться своим ходом, как вот женщина, есть желание сорвать яблоко, но она понимает, что яблоко-то еще зеленое, ну сорвет она его, и что? Кушать-то она его не сможет. Поэтому сегодня встанет какой-то вопрос, нужно будет что-то ждать. Хорошо, карта дня, 11 августа, для зрителей это... Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Выбирайте, пожалуйста, вашу карту. Хорошо, я начну с первого варианта. Так, здесь у нас карта «Дьявол». Смотрите, ну, по дьяволу сегодня кто-то или что-то будет вас искушать. У вас сегодня может появиться желание нарушить какой-то запрет. Ну, например, вы на диете, да, съесть кусочек торта, или вы бросили пить, курить, то есть выпить рюмочку, выкурить сигарету. А здесь может быть что-то еще, так знаете, поглобальнее. Например, в работе, в бизнесе, в достижении каких-то ваших целей. У вас сегодня появится желание, как бы, знаете, использовать людей в своих интересах. Но тут может быть манипуляции, может быть даже пойти на обман, чтобы добиться каких-то своих желаний или результатов. Еще здесь может быть искушение, связанное с лицом противоположного пола. Ну, опять, например, вы не свободны, а здесь... Будет появиться сегодня искушение в виде любовного интереса. Но по этой карте, прежде чем поддаться вот этим искушениям, соблазнам, нужно тщательно продумать последствия. По дьяволу они могут быть отнюдь не безобидны. Ну, давайте одну карту хотя бы, с чем это будет связано. Семерка жезлов. Вы знаете, семерка жезлов – это человек идет... по своему пути, он движется к своей, как бы, мечте, да, пробивается через тернии к звездам. А ему постоянно на пути какие-то препятствия, препоны, то ли люди какие-то мешают, то ли обстоятельства так складываются. И вот сегодня дьявол вас будет искушать или продвинуться к своей цели, или добиться желаемого, но как-то нечестным способом. Например, для того, чтобы получить место, может быть, вы работаете, освобождается какое-то место, да? Вы здесь можете пойти на обман. Может быть, даже желание дать взятку кому-то, чтобы продвинуться. Ну, как по дьяволу я вам сказала, да, будьте аккуратнее, потому что здесь могут быть для вас последствия. То есть это может выйти наружу. Но это еще может быть связано с отношениями, да. Здесь может быть, знаете, вы находитесь в отношениях и понимаете, что кто-то посягает на ваши отношения. И вот у вас сегодня будет желание, ну, поступить как-то, может быть, не очень красиво, да. Ну, давайте еще одну карту.
Ну вот восьмерка мечей. Да, вот вырваться из каких-то ограничений. Так, сейчас минутку. Восьмерка мечей, семерка жезлов. Здесь, знаете, может быть по дьяволу и по восьмерке вот желание то ли заработать, то ли пробиться как-то, но здесь нечестный путь. Или здесь именно есть страстное желание выделиться как-то. Вот по семерке это и по восьмерке мечей, да, вот есть ограничения. Может быть, для того, чтобы добиться желаемого, есть ограничения в финансах. Есть ограничения, например, очень много конкурентов, да, невозможность выбиться на свет вот среди большого количества людей. Тут самое главное по восьмерке, вам нельзя проявлять агрессию для того, чтобы добиться желаемого. И вот эта вот неуемная жажда успеха, может быть, даже властолюбия, здесь... эти вот две карты об этом говорят. Как бы, знаете, здесь дьявол вас будет искушать сегодня вот как-то нечестно добиться результата. Будьте аккуратнее. По дьяволу нужно понимать, что он дает легко, но потом за это с нас очень серьезно спрашивается. Давайте совет для вас получим от карт. Тщательно все продумайте. Продумайте действия, продумайте последствия этих действий. И самое главное, не поддавайтесь дьяволу и не действуйте сгоряча. Вы здесь можете дров наломать. Потом будет мучить совесть. Вот если сегодня появится какое-то жуткое искушение, не знаю как-то, победить своих конкурентов, обойти там коллег на работе, вот вырваться, да, вот из каких-то ограничений. Карта говорит, сначала все взвесьте. Все обдумайте. Здесь, знаете, иногда, прежде чем что-то, как, знаете, не сначала сделал, а потом подумал, а здесь, наоборот, сначала тщательно продумал, а уже потом начал действовать. Вот такое предупреждение для вас дают карты. Но дьяволу противостоять очень сложно. Хорошо, второй вариант. Смотрите, сегодня по четверке мечей карта показывает какую-то задержку или остановку в чем-то. Если вы сегодня встанете перед вопросом, что вы не знаете, куда вам двигаться, что вам предпринять, карта говорит, возьмите паузу, отрешитесь от всех дел и тщательно все продумайте. Ну, лучше всего, конечно, передохните, выспитесь, восполните силы, потому что иногда карта говорит, что человек очень много трудился, забывая об отдыхе. И сегодня вас или может просто сморить, или вы зайдете в чем-то, в каком-то вопросе в тупик. Это может быть в работе, в бизнесе, в отношениях, или просто в решении каких-то важных для вас дел. То есть эта карта остановки, эта карта может быть даже показывать тупик, но вы, скорее всего, понимаете, что проблема еще пока далека от разрешения. Также карта может показывать временную безработицу, ну, например, вас отправили без оплаты. И вы не знаете, вернетесь вы туда, не вернетесь, что будет вообще с вашей работой. Это может быть задержка ваших проектов. Но иногда карта говорит, что у человека пропадает желание вообще что-либо делать. И вот для этого, для того, чтобы понять, куда вам двигаться дальше, карта говорит, вот восполните свои силы, возьмите какой-то период времени, чтобы обдумать, как вам действовать дальше, как выйти из какого-то трудного положения или трудной ситуации. Если отношения, то карта может показывать, что был какой-то конфликт, может быть даже разрыв отношений. Ну как разрыв? Не то, что разрыв, а вот люди поругались и разъехались. Ну, если это вы вместе жили, да, или временно не встречаются. И здесь карта говорит, не нужно пытаться ускорить эту ситуацию. Во-первых, сами возьмите паузу, обдумайте, нужны вам эти отношения, нет. И подождите, когда человек тоже это обдумает. Дождаться благоприятного периода, когда вы сможете уже
Когда вы остынете, да, вот у вас схлынут эмоции, когда вы тщательно все продумаете, тогда вы уже будете решать, оставаться вам вместе или лучше разойтись. Ну, давайте одну карту, с чем у вас четвертая связана. Король жезлов. Ну, король жезлов у нас карта активная. Это может быть связано с работой, с бизнесом или с отношениями. Если меня девочки смотрят, может быть, это огненный король, с которым вот у вас, может быть, возник конфликт. Может быть, это ваш начальник, если это работа. Поэтому вот это уединение сегодня пойдет вам на пользу. Хорошо, третий вариант. Здесь у нас шестерка кубков, но здесь кто-то заниматься детьми будет сегодня. Не знаю, может быть, оформлять там детей в школу, да, проходить какие-то медкомиссии. Там в школу, в детский сад. Кто-то в институт, может быть, поступает. Для взрослого поколения здесь вам могут привести внуков. Также у кого-то здесь могут быть радостные события, связанные с родными, близкими. Здесь может быть, как я сказала, да, какое-то общение с семьей. Может быть, у кого-то здесь какие-то праздники, юбилеи, дни рождения. Решение вопроса с вашим домом. Может быть, будете покупать что-то, то, что вот вас порадует, да, как-то украшать свой дом. Также по шестерке это может быть встреча с человеком из прошлого, может быть, из детства, из юности. Вот по работе здесь может быть возрождение какого-то проекта, то, что вы давно хотели, но как-то откладывали в долгий ящик, или что-то для вас очень важное и необходимое. То есть вот продолжить какой-то старый проект. Давайте одну карту, с чем это связано. Тут, может быть, человек из прошлого может вернуться. И вы встанете перед вопросом, опять начинать отношения или... Да, ну давайте посмотрим одну карту. Так, пятерка жезлов. Какие-то споры, ну, споры конструктивные по поводу вопросов ваших детей. Вот, как я говорю, может быть, куда... Отправить ребенка, да, может быть. Ну, лагеря, наверное, уже поздно. Может быть, куда поехать с детьми? И здесь вы будете решать сегодня, спорить. Кто поедет, с кем они поедут, куда они поедут. Может быть, куда отправить учиться, да, документы подать. Опять вы будете здесь вот тут выяснять. Тут и бабушка, тут и молодая женщина, и постарше, и мужчина. То есть вот тут решение вопросов. Что-то связано с детьми. Ну, по пятерке жезлов, если вы хотите, чтобы ваша точка зрения победила, то вам нужно постараться перехватить лидерство на себя. Но еще может быть аргументы, факты, да, почему именно вы хотите, чтобы ваша точка зрения победила. Вот тут еще по бизнесу может быть, да, конкуренты, и вы понимаете, что чтобы как-то выделиться среди потока конкурентов, вот нужно возродить какой-то старый проект, который вы давно хотели. Вы понимаете, что никто это не делает, а вы будете как бы, да, первым. И из-за этого вы можете обойти своих конкурентов. Вот такой у нас получился расклад на 11 августа. Я благодарю вас за просмотр. Удачи вам, хорошего дня, до свидания.